опять не удержался. На улице бушует ветер. Такое, что обычно невозможно говорить. Я прямо из машины показываю. Вот. Показываю еще абрикосы. Вот они. Показываю абрикосы. Вот они. Показываю абрикосы. Вон они. Вот. Видите? Вот чем я горжусь. Тут уже без Железова не обошлось. Еще короткая остановка. Смотрите сюда. Вон он, абрикос. Это культурный. А вот это чудо. Видите? Он огромен. Сейчас он кажется маленьким. Он огромен. Он старый-старый. Это для науки представляет он гигантскую ценность. О чем наука даже не знает, что он ценность представляет. Даже глядя на него. Ну, так принято у нас. Ну, принято так. Вы понимаете, что вот сейчас у него есть хозяин этого абрикоса. И сейчас, после того, когда эту съемку увидят... А, нет, они ее не увидят. Я хотел сказать, если бы увидели ученые эту съемку, которая будет выставлена в Ютубе, вот здесь хозяин этого дома, вон, к нему должна быть очередь такая. Из всех научных учреждений. Каждый бы выпрашивал по 10 косточек, кто предлагает бутылку коньяку, если хозяин пьет, а кто и даже это несколько тысяч рубликов. Вот. Вот так оно должно быть. Вот это вот старики вот такие. Меня тут не было, он уже рос, представляете? Вот им цены нет. Это для Сибири. Особенно для Алтая. Вот. Сейчас я скажу два слова еще. У меня много впечатлений, я вынужден про них говорить. Извини меня, Господи, за то, что это в такой день говорю. Ну, наболело. Вот приехали продавать саженцы. Это было прошлое воскресенье. Откуда? А это, говорит, Лисовенко Барнаул. Ну, прекрасные саженцы. Ничего сказать плохого не могу. Абрикосов, правда, нет. Я говорю, почему абрикосы не привезли саженцы? Знаете, что ответили? Сказать? Как говорит Задорнов. Готовы? Какие абрикосы на Алтае? Вот. Они, правда, могут быть... Я не могу сказать. Мне стыдно было им там допрос устраивать. Симпатичная среднего возраста женщина и мужчина. Очень язык у них, ну, буквально подвешен. Так подвешен, что все отскакивает. Рассказывают, показывают, учат. Ну, как обычно, беда, что они не отрезают полкроны, как я требую, учу всех. Это болезнь, поэтому большая часть саженцев у людей, кто купит, погибнет. Сильно рослые, корни покалечены. Вот. Все как у людей. Вот. Меня поразило, если они, правда, они скажут, мы сотрудники. Ну, как-то неудобно и документы требовать. Ну, хорошо, сотрудники, язык подвешен. Ну, видно, грамотные, ну, видно же. Уже потому, как они учат людей садить. Все правильно, кроме одного. Про обрезку сами не слышали. И вот что они сказали? Правильно. Они сказали... Вот эта фраза врезалась. Какие абрикосы на Алтае? А вот такие абрикосы на Алтае. Вот. Все, ребята, едем дальше.